Мне кажется, что основа атака надо мечтать на аварском искусстве. Там же Михаил Крепкал. В этот музей я пошла работать в 97 году. И вот этот музей, он был достаточно в таком плачевном состоянии, мы его сами отремонтировали. И вообще я математика по образованию. Историю, которую мне рассказывала моя бабушка. Разве как женщины не ходили, они его подзывали к себе. И когда Расул начинал вдохновленно читать стихи отца, они подсыпали ему на полы его рубашки, тутовки, и он так увлеченно...